Снимается семейство, фотограф щелкает, и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно, на фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка. Тверская улица течет, налетая. Какие женщины на нас кидают взоры. Улыбается и птичка вылетает. На фоне Пушкина снимается семейство, обаятель для тех, кто понимает все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка. Мы будем счастливы, благословение снимку, пусть жизнь короткая проносится и тает, а веки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка улетает, на фоне Пушкина и птичка. Антон Палыч, Чехов, однажды заметил,
простит, что умный любит учиться, а дурак очень. Сколько дураков в своей жизни я встретил, мне давно пора уже ордер получить. А дураки обожают собираться в стаи, впереди главный во всей кассе. Раньше я думал, что однажды встану, а драков нету, улетели все. Ах, детские сыны мои, какая ошибка, в каких облаках я по глупости летал. У природы на устах коварная улыбка, видимо, чего-то я не досчитал. А умный в одиночестве гуляет кругами, он любит одиночество превыше всего. И вот так просто взять голыми руками, скоро их повыловят всех до одного. А когда повыловят, станет эпоха, которую не выдумать и не описать. Дураку быть умным хлопотно, дураку плохо, надо что-то среднее, да где же его взять? Нет, я сбился. Дураку быть выгодно, но очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битье. У природы на устах коварное пророчество, но, видимо, когда-нибудь к среднему придем. Мы стремимся к далеким созвездиям, мы под Нокиан прошли. Только вот забываем, как прежде, заглянуть в закоулки души. Я столбы верстовые оставлю и тропинку туда проложу. Улучшал бы, а хоть жар, как святую молитву твержу. Улучшал бы, а хоть жар, как святую молитву покажу. Ритм другой, и законы другие, и динамики в тысячу ватт. Справедливость нуждается в силе, кто же прав из них, кто виноват? Купола золотят прежней славой, превратили в картинку араба. Булатшон Бович, Акуджав, вы скажите, что так, что не так? Булатшон Бович, Акуджав, вы скажите, что так, что не так. Мудрость можно поведать негромко. В темноте нам хватает свечи. Где-то там простучала двуколка, где-то здесь прошуршало такси. Душу выразить трудно словами, потому-то пою вновь и вновь. Булатшон Бович, Акуджава, моя вера, надежда, любовь. Булатшон Бович, Акуджава, моя вера, надежда, любовь. Что же мы оставляем в наследство на вождение минувшего сна? Тихий голос, идущий от сердца, будто снова вернулась весна. Но последний троллейбус, как парус, уплывает тоскою щемя. Булатшон Бович, Акуджава, бесконечная юность моя. Булатшон Бович, Акуджава, уходящая юность моя. Читать.
могу. Все, или вы сейчас смотрите? Не, 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 пожалуйста, пожалуйста. Ну, спасибо, а сидим мы? Да? Сидим. Ну, я, наверное, не буду столь начинать, в том смысле, что, скорее всего, такой, знаете, традиционный, тривиальный, потому что мне и Высоцкого, и Акуджаву я не спою. Знаете, как вот, как это раньше всегда готовились к выступлению, когда то всегда шли по такому, знаете, пути, ага, какая сегодня дата. А, вот что-то для этой даты надо, потом, значит, на злобу дня, потом там еще что-то. Ну вот, мне это как-то зациклилось, я почему-то вот всегда в этой проклятой традиции остаюсь. Такой традиции прошлого как-то отойти от нее почему-то нелегко. Ну вот, и памятуя о том, что сегодня, значит, день всех Татьян, да? Вот. Я мучительно искал, значит, такую песню, чтобы, значит, чтобы точно угадать, вот, и поздравить всех Татьян этой песни. Что в него присутствует, если не присутствует, то отметим, по крайней мере, правильно. День. Вот. Но не было у меня такой песни, к сожалению, чтобы именно там было бы Татьян. Но что-то рядом, рядом, значит, вот есть вообще случайно. Всевозможных диаспорах, которых, по-моему, около 50 у нас
Санкт-Петербурге, вот, свыше 50. Вот. Я являюсь членом общества «Полония» при консульстве, Генеральном консульстве Польской Республики. Вот. И там довольно часто приходится выступать. И, естественно, что стремишься, стараешься все-таки делать песни на языке. Вот. Я не знаю, насколько это будет здесь интересно и приемлемо, и, может быть, даже уместно, не знаю. Поскольку сегодня такой святой вечер Высоцкого, Татьяны и так далее, да. Поэтому не знаю, насколько это будет интересно, почему так немножко так в разрез идет с таким традиционно бардовским стилем, но попробую, если возражения не будет, да? Значит, эта песня, она была написана, сочинена, ну, родилась, по крайней мере, не знаю, сочиняли, в народе ли она родилась, но это такая, в общем, песня, это фольклор, да, Александр еще в 18 веке, где-то в начале, 18 век это, вот, это песня такого казака, знаете, казака, украинского казака, который попал в плен. И вот он, значит, поет свою возлюбленную, свою дорогую девушку. Вот, я переводить не буду, славянские языки все понятны. Тем более радует то, что здесь присутствуют такие очаровательные, интеллигентные люди, которые наверняка близость языков поймут и поймут, о чем речь. Thank you.
Я от этого вдруг, я вообще не считал себя...